дам тебе серединку своего яблока. Нет, лучше не надо. Тогда я дам тебе все яблоко, все, что осталось. Нет, нет, это мое яблоко. Находчивый Том Сойер к покраске забора своих друзей привлек хитростью. Самарские же общественники рассчитывают на активность и неравнодушие горожан. Активисты уверены, реконструкция требуется не только историческим памятникам, но и тем домам, которые расположены между ними, чтобы складывалась общая картина. Начать решили с построенных полтора века назад 34-го, 36-го и 38-го домов по улице Льва Толстого. Не только памятники архитектуры представляют ценность, но и сама историческая среда. Мы хотим, чтобы этот участок улицы Льва Толстого начал выглядеть по-другому, чтобы людям здесь было приятнее находиться, и чтобы это как-то стимулировало какое-то отношение другой горожан к самой исторической среде. 35 лет Гусман Шайхутдинов живет в этом доме. Говорит, ни разу здесь не было ни капитального, ни косметического ремонта. Идею общественников покрасить стены его дома принял на ура. Конечно, красивая красота будет, чисто будет, отлично будет. Проект «Том Сойер Фест» объединил журналистов, волонтеров и всех, кого заботит облик города. На призыв поучаствовать в преображении Самары и помочь кто чем может – деньгами, трудом, оборудованием – откликнулись уже более 50 человек. Организаторы собрали деньги, которых хватит, чтобы покрасить стены трех домов по улице Льва Толстого. Помощь оказали и представители бизнеса. В работе в исторической части Самары используют только лучшие материалы. Сверхтонкое покрытие. Это краска термос, она имеет очень хорошие свойства по теплоизоляции. Миллиметр данной краски заменяет 50-60 миллиметров минваты или минплиты. Если соблюдать все технологии нанесения данной краски и подготовительной работы до нанесения, краска прослужит не менее 15 лет. Пока эта стена еще к покраске не готова. Для начала нужно удалить старый слой, который был нанесен много лет назад. Сейчас я и мой партнер Татьяна наносим символические штрихи. Для начала прокрашиваем углубления в стенах, а потом уже ровную поверхность покрываем. Татьяна, ну как вам? Ну, это довольно весело, это отличный отдых от офисной работы. Мне кажется, это очень здорово и полезно. Первые взмахи кисточек в честь старта проекта. Прежде чем здание обретет новый вид, потребуется более недели подготовительных работ. Организаторы говорят, если жители исторической части Самары подхватят эстафету и пойдут по стопам друзей Тома Сойера, преображение ждет и другие улицы города. Алина Чемерис, Павел Пресняков, События.